Друзья, всем добрый день, рад вас всех приветствовать. Сегодня я вам расскажу об одной очень интересной лампе, вернее серии ламп для указателей заднего хода, ламп повышенной мощности. Конкретно сегодня мы будем говорить с вами про вот эту лампу. Она не для автомобиля Lada Vesta, но подобные же лампы есть и для автомобиля Lada Vesta. О них мы с вами поговорим в отдельном ролике. У меня сейчас стоит вот такая вот лампа. Вот производитель Diels, это, так скажем, средний вариант. Есть еще более бюджетные вариантики, такие вот. И есть топовые решения, такие вот более мощные лампы. Но о них мы поговорим с вами отдельно. Сегодня мы будем говорить конкретно об вот этой лампе. Это лампа с соколем P21V. Конкретно эта лампа предназначена для автомобиля Renault Logan. Но если вас эта, грубо говоря, лампа заинтересует, производитель может ее сделать с абсолютно любым соколем, который вам нужен. Почему мы будем говорить сегодня именно о этой лампе? Дело в том, что у моего хорошего друга автомобиль Renault Logan 2011 года, и он ко мне обратился с такой проблемой, что ему катастрофически не хватает света при движении задним ходом. Дело в том, что на Logan, в отличие от Vesta, у нас всего лишь одна секция на фонаре, на одном фонаре, да, который отвечает за движение задним ходом. Лампочка там стоит обычная, галогенная. Ну и, разумеется, это просто именно указатель заднего хода. И никакой осветительной функции, да, этой секции на себя не берет. То есть света просто как бы нет. Он попросил помочь, да, ему с этой проблемой. Может быть, что-нибудь придумать. Может быть, поставить какую-то дополнительную туманку. И я с этим же вопросом обратился к производителю Diels. Видимо, я был не первый, кто обратился с подобной проблемой. И Diels очень быстро решил мой вопрос, прислав мне вот такую вот мощную лампу заднего хода. Мощность составляет 20 ватт. У Diels, кстати, довольно много разных интересных решений. К примеру, вот здесь у меня лежат еще рядом двухцветные лампы. Они будут установлены тоже позже на этот же самый Renault Logan. Да, дело в том, что раньше на автомобиле, там буквально 5-10 лет назад, не ставили с завода ДХО. Там многие мудрят, ставят какие-то дополнительные ДХО. А вот такие вот лампы позволяют вопрос этот решить гораздо проще. То есть эта лампа у нас идет в указатель поворота. И она у нас сочетает в себе лампу указателя поворота и ДХО. То есть у вас будет поворотник работать как ДХО и как указатель поворота. То есть если вы просто едете по прямой, будет гореть ДХО. Если будете включать поворота, будет ДХО гаснуть и загораться указатель поворота. Но опять же, это, повторюсь, актуально для тех, у кого с завода нет на автомобили ДХО, но очень хочется. Об этих лампах мы с вами тоже поговорим отдельно позже, в отдельном ролике. Вернемся к нашей вот этой вот лампе. Как я уже сказал, мощность у лампы 20 Вт. Она, разумеется, имеет стабилизатор напряжения. Нормально работает от 12 до 16 Вольт. Да, выдает заявленную мощность. И эта лампа у нас относится к категории умных. То есть она имеет несколько режимов работы. Но это, так скажем, защита. Ну, где-то, может быть, от дурака, а где-то просто от того, что будет необходимость, да, какая-то ей долго работать. В общем-то, какой у нее алгоритм работы? При включении заднего хода лампа плавно включается, лампа имеет плавный розжиг, и она выдает 100% своей мощности, то есть 20 Вт. Ну, по моим замерам чуть меньше, там около 19 Вт получается. По замерам производителя яркость свечения составляет 2300 люмен. В общем, так она работает в течение 50 секунд. И если вы за это время не успели совершить маневр с задним ходом, хотя обычно, я думаю, все-таки на это уходит меньше времени. Но тем не менее, если вы не успели, то через 50 секунд яркость лампы снижается до 50% от ее мощности. Это, разумеется, сделано для того, чтобы лампа, ну, банально не перегревалась, да, и чтобы продлить ее срок службы. Если же вы за последующие 50 секунд вновь не успели совершить маневр, либо вам просто зачем-то нужен свет заднего хода включенный, то лампа еще через 50 секунд вновь снижает мощность примерно до четверти своей мощности. И в этом режиме она уже будет работать столько, сколько она будет гореть. Повторюсь еще раз, это сделано специально, чтобы можно было вначале выдавать максимальную яркость. Ну а в дальнейшем, да, чтобы она не перегрелась, эта яркость, разумеется, снижается. Я думаю, в большинстве случаев, да, даже первых 50 секунд нам будет достаточно, чтобы совершить маневр, но если нет, даже при снижении яркости, поверьте, эта лампа все равно светит очень и очень ярко. В принципе, рассказывать мне о ней, наверное, больше нечего. Пойдемте поставим ее на автомобиль.
Так, Женек, давай пару слов о штатной лампе заднего хода. Ой, ну штатная лампа, она что была, что ее нету. Допустим, если когда машину помоешь, может что-то видно было, когда фары были чистые. Может, когда, допустим, близко к объекту подъезжаешь, зеркала начинает его видно. У меня камеры нету заднего вида. Вот, а так, что она была, что ее не было, короче, вообще. То есть, да, я даже на это, на стоп нажимаю, когда, ну, на тормоз нажимаю, да, притормаживаю. То есть я вижу, когда у меня загораются. Стопом подсвечивает. Стопом подсвечивает, да. Лампа эта, она, ну, то есть от нее вообще никакого, то есть, толка эффекта нет. Не было, да. Вот сейчас поменяли. Разница видна? Есть разница? Разница раз, я не знаю, раз в 10, а то и больше. Просто лампа, получается, с правой стороны стоит. Одна у нас лампа, да. Да, то есть вот в правое зеркало вообще прям видно офигенно эффект, вообще прям вот включилась она, прям все видно. И даже в левое зеркало, теперь у меня в левое зеркало подсвечивается. Немного видно. То есть раньше в левое вообще ничего не видно было? Да, раньше и в правое не было. И в правое не было. Только если близко, говорю, подъезжаешь, то может быть какой-то эффект был. От стопов больше эффекта было. Понятно. Короче, доволен, нравится. Лампу, да, вообще, ну, обалденная. Отлично. Есть, я бы еще, у меня, короче, в левой фаре туманка стоит. В правой фаре вот заднего хода стоит, а в левой фаре в таком же гнезде стоит туманка. Да, вот, в принципе, туманка-то, она мне нахрен, она мне нужна. То есть, кто ей пользуется, я вообще не знаю, для чего она там сделана. Понятно. То есть, как бы, вот, запараллелить бы и на задний ход включить. Ну, подумай над этим вопросом, я думаю, тоже решим. Понятно. Вот, а так лампа вообще обалденная. Хорошо, отлично.